Итак, всем привет, дорогие друзья, а также подписчики моего канала. С вами, как всегда, Денис Кутер. Мы продолжаем играть на сервере. Так, берем мотик, мопед. Продолжаем играть на сервере BSTRP. Так, уже сегодня без гадшота, потому что гадшот пока что не в сети, потому что сейчас утром. Вот, я не в школе, потому что болею. И вот, короче, этот сервер наконец-то открыли, то вы, как помните, его закрыли, и мы ждали очень долго с гадшотом. Ну или вы вообще не знаете, что его вообще закрыли. Мы очень долго ждали с гаджетом, еще раз повторю. Так, погодите. Опа, машины продаются. Байкар. У меня есть дом. Мне пишут, что у меня нет дома, хотя у меня дом есть. Чего? Окей, у меня нет дома. Давайте купим новый. У меня же, помните, был дом. Может, сервер перезагружали? Ну ладно, давайте пойдем. Пойдем. Снова дом. Тут давайте денег возьмем. Ну, господи. Я люблю играть вообще на РП серверах. Не только на РП. Будь здоров. Это, ребята, это я не вам. О, три дома свободных. А, да, я только тут и хотел жить всегда. Вот в таких вот специальных домиках. А в гараже у меня что-нибудь есть? Маман команды. Так. Все, я понял. Теперь, если я пишу «Хома», мне тут показывается отметка, да? Все, я понял. Ну что, поехали, наверное, арендуем самолетик с вами. Извините, ребята, такие посторонние звуки. GPS пишет, блин, GPS. Развлечения, аренда самолетов, и поехали. Так, ребята, извините, едем. Не знаю, чем даже поговорить. Впрочем-то, я, когда куплю себе дом, куплю машину, потом буду гонять, потом еще гаджет куплю машину. Вы помните, нас выселили за что-то? У нас дом, помните, был? Мы покупали в серии в прошлом. Ну, не в прошлом, у меня там серии немного остались, я их сейчас выложу. Увидите. Мы покупали дом, у нас почему-то выселили. Ну, ладно. Не в этом дело. Не очень-то обидно, впрочем-то. Денег все равно до хрена. Возможно, кстати, я не буду на этом РП сервер снимать, где мой друг скинул один сервер РП. Вот. И, короче, это револьвер РП, что ли, как так называется. И там админ хочет, чтобы я на нем снял, так что я, скорее всего, на нем сниму. Но админ самого сервака хочет, чтобы я на нем снял. Скорее всего, сниму там. Возможно, не сниму, я не знаю. Ну, скорее всего, я сниму, потому что, я надеюсь, он будет очень интересный. Там до хрена домов свободно. Ну, там пишут, по крайней мере, так. Ну, тоже до хрена домов свободно. Ну, ладно, так. Теперь едем. Доехали, сейчас до самолета этого доедем, арендуем самолет. Долетим до этого автосалона А-класса, точнее, Б-класса. А-класс, точно, А-класс. Теперь надо ехать так. Вот сюда нужно приезжать. Ладно. Так. Ну, здесь сейчас мы проедем, пройдем, точнее, не пройдем, но пролетим, короче. Так сказать.
Вот здесь приостанавливаемся, опять заглушаем двигатель. И ОМОН же и так сразу же. Да, это так даже запрыгнул просто. И так проходим. Все. И теперь бежим. 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 Так, извините-ка. Я упал тут случайно. Бежим. 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 В прошлую серию мы вообще там пытались на небоскреб залезть. Ну вообще это не в прошлую серию. В прошлую серию мы вообще типа дом купили. Ладно, впрочем, там. На этом сервере я куплю дом, потом куплю на вертолете, поничу машину покупать. Потом я еще хочу на вертолете, на самолете тоже залететь на мост Сан-Фьерро, но это почти что невозможно, я знаю, ну, постараюсь, так сказать. Ну вот, ну и, впрочем, это все цели на этом РП-сервере, это же новый сезон второй. Потом у меня, я еще 3 сезона сниму, наверное, по сампу, и все, закончу, может, 4, я не знаю. Я их буду, третий сезон я уже понял, когда я буду называть просто жизнь в сампе. Ну, или веселая жизнь. Веселая жизнь в самп. Или, ну, просто самп третий сезон, как вот сейчас я это называю. Короче, мы дошли до отметки. Спустя некоторое время. Как думаете, на этом лучше лететь? Мне кажется, на этом. А теперь пишем GPS. Пишем бизнес и летим в автосалон А-класса. Берем самолет с вами. И это надо напрямую, наверное, лететь, да? А, не, автосалон А-класса через там, надо так лететь. Пролетать. И, короче, Сан-Фьерро. Могу так просто сказать, да, снять. Так, заведем двигатель. У самолетика. Ну, теперь они будут придуриваться, но небоскребы они будут залезать. Давай. Все, а теперь полетели. Тронч. Все, полетели, короче. Теперь летим в Сан-Фьерро. Сейчас мы вылетим на часть города и полетим в Сан-Фьерро. Потому что мы за 2 секунды можем долететь. Вот дом свободен, кстати. Итак, поворачиваем. О, кстати, небоскреб красиво, который мы пытались залезть, но я на нем не бывал. Не побывал. Да что побывал, а я нет. Ладно, ну мы так быстрее, мы просто по районам быстро ездим, да и все. Ну, летим. О, клакинг бель. Ладно. А, ну, впрочем, всем спасибо за обзор, подписывайтесь, поддержите лайк, с вами был Денис Зактейн, в следующей серии мы купим себе машину, всем удачи, пока!